Доброго времени суток, дамы и господа, наши подписчики и будущие заказчики. Вот и завершился наш этап покраски, шлифовки, работ вот этой чудесной баньки. Задача была такая, снять старую краску полностью и освежить полностью фасад, все декоративные элементы, включая терраску. Цвет очень шикарный, долго подбирали, выбрали, определились, покрасили. Этапы работ были таковы: шлифовка 80-м зерном, это ушемками, и эксцентриковыми машинками мы выровняли 120-м зерном. Дальше мы это все обеспылили, нанесли 101-й грунт от компании Renner Italia. Дальше произвели первое покрытие, это то же самое масло Renner. Гидромасло 300-е, наше топовое масло. Два слоя и межслойка. Торцы мы запечатали торцевым герметиком полностью. Вот по финишу, чтоб у нас получилось. До новых встреч, ребята! Подписываемся на наш канал, ставим лайки, комментируем и приходим к нам, чтобы мы сделали вам красивый фасад. Пока!